Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Давайте прославим Господа, попросим благословения на это служение. Великий Господь наш, мы от всей души благодарим Тебя за Твою безмерную любовь к нам и милость. Мы благодарим Тебя, что по милости Твоей, по благодати Твоей святой, мы собраны здесь, на этом месте. Мы благодарим Тебя, что Ты хранил нас, помогал, благословлял на протяжении этой недели. Ты оберегал и помогал в наших делах. Мы благодарим Тебя, что сегодня, в этот день, мы можем присутствовать на этом месте. Мы хотим вместе поклониться Тебе. Мы осознаем, что Ты присутствуешь по Слову Твоему, по обещанию Твоему, Ты присутствуешь здесь с нами. И мы просим Тебя, помоги нам осознавать это, помоги нам поклониться Тебе, помоги нам прославить Тебя. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил проповедь Слова Твоего, чтобы мы могли слышать Слово Твое, и, слыша слова жизни, могли изменяться в образ Твой. Помоги нам, Господи, отображать Твой характер в нашей жизни. Благослови все служение, всякое участие благослови. Благослови тех, кто не мог быть по каким-то причинам, кто болен. Мы просим Тебя, чтобы Твоя благодать была и там, со всеми теми, кто принадлежит к нашей общине, но не может быть сегодня здесь. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты утешил страждущих, чтобы Ты помог тем, кто имеет определенные переживания. Просим, благослови нас. Все это молим во имя Иисуса Христа и для Твоей славы, славы Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Братья и сестры, мы в начале служения споем Псалом 8. «Люблю Спаситель в книге дивной». Споем первых 4 куплета. Прислушивайтесь, пожалуйста, после этого служения хора. «Люблю Спаситель в книге дивной». Oh.
вам, братья и сестры. Садитесь, пожалуйста, прочитаем первые два стиха первого послания Петра, первой главы. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, преосвящение от Духа, послушание и укреплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир, да умножится. Аминь. Когда мы читаем Евангелие Матфея, Марка, Луки, Иоанна, мы часто замечаем учеников, которые не вполне сознавали, что с ними происходило, почему слова Христа они понимали несколько по-другому или недопонимали, правильно сказать. Когда мы читаем Деяния апостолов, в начале и в течение всего Деяния апостолов замечаем, что что-то происходит с апостолами, и они совсем другие люди. И вот Петр уже, наверное, спустя 20 с лишним лет после вознесения Иисуса Христа пишет послание верующим, которые были в Иерусалиме, они рассеялись, они терпели гонения, лишения, и он пишет им, как пришельцам, изгнанным, людям, которые преследовались за веру в Господа Иисуса Христа. И он пишет, что они должны помнить, что они избраны не так, как человеки избирают, не так, как люди избирают. Они избраны не по человеческим взглядам, не по каким-то человеческим идеям, а избраны потому, что Бог видел все наперед от начала и до конца. И вопрос избрания иногда верующие люди несколько по-разному толкуют. Иногда говорят, одних Бог избрал на жизнь, других избрал на погибель. Это неправильно. Такое понимание о том, что Бог одних избирает на жизнь, других на смерть, унижает Господа Иисуса Христа и Господа Бога. Потому что они упускают одно важное определение, которое мы сейчас прочитали. По предведению. Это непонятно человеческому мышлению. Как это можно видеть то, что не видно? Как можно видеть от начала и до конца? Когда мы стоим у реки, мы видим его начало. Может быть, чуть-чуть еще километр где-то там, и больше мы не видим. И это наше человеческое ограничение. Поэтому иногда мы судим о Боге очень унизительно. Мы говорим, что мы лучше, чем Бог, потому что мы никогда не имеем плохих намерений к своим детям, своим братьям и сестрам. А вот Бог избирает одних на жизнь, а других на смерть. Это искажение, это очень плохое состояние верующего человека, когда он так думает о Боге. Здесь написано, что Бог избрал по предведению. Бог избрал, потому что Он видел все. Бог видел от начала и до конца, поэтому Он видел, как мы с вами, как люди в течение всей истории человечества будут реагировать на Слово Божие, которое будет распространяться или будет сеяться. Как написано, что вышел сеятель сеять. Поэтому Бог видел, как будут воспринимать люди это Слово Божие, которое будет рассеиваться по всему миру земли. Поэтому Петр здесь говорит о том, что верующие, которые рассеяны, они должны быть убеждены, что они видимы глазу Божьему в этот момент, когда у них свои проблемы есть. Он вдохновляет их, чтобы они не отчаивались тогда, когда у них есть преследование.
что они избраны самим Господом, поэтому трудности, проблемы, которые есть у них и у нас сегодня, чтобы они нас не одолевали так сильно. У Бога есть цель, у Бога есть желание, чтобы те, кто следует за Господом, были с Ним, чтобы ничего не потерять, чтобы ничего не рассеять. Поэтому он здесь пишет, что Бог избрал нас под предведению Божию. Петр знал, что тесные обстоятельства, преследования и тяжелые жизненные тревоги иногда могут человека вносить или кидать в то, чтобы отчаиваться, чтобы, может быть, даже роптать. И тем самым грешить пред Господом, что Господь нас забыл. Но здесь Петр говорит, вы избраны, вы не отчаивайтесь, Бог вас видел, Бог с вами. Он сказал, что я с вами буду и в вас буду. Поэтому я вас приведу к вечной цели. Я пострадал за вас, или я послал в мир Господа Иисуса Христа, который отдал свою жизнь за вас, которым вы можете пользоваться каждый день. И поэтому не доходите до отчаяния. Церковь Иисуса Христа – это церковь Христа. И Христос сказал, я создам церковь, и ничего не преодолеет ее. И эта мысль о том, что над церковью, над каждым верующим человеком наблюдает Господь, это должно вдохновлять каждого из нас при всех наших обстоятельствах. Тогда, когда мы живем в этом мире, у нас есть свои проблемы, свои отчаяния. Но Слово Божие вдохновляет нас тому, чтобы мы помнили истину, которую Петр говорит. Вы избраны. Не надо смущаться ни от какого ни духа, ни от какого послания. Да, мы часто читаем, что когда я упаду, не оставь меня. Когда я буду в каких-то трудностях, ты не оставь меня. И это все естественно. Следующее, что здесь Петр пишет. Вы избраны при освящении от Духа. Знаете, я смотрю на себя и думаю, наверное, вы тоже себя ловите на той мысли, что по-человечески я вообще-то не понимаю, как можно верить в Бога. Если я погружаюсь сам в себя и смотрю на свою силу, на свой разум, на свое естество, у меня нету никаких объяснений, как можно верить в Иисуса Христа. Почему и неверующие не могут нас понять, как это вы можете верить в Иисуса Христа? Что происходит в этом случае с нами, когда мы сегодня утверждаем и говорим, что мы знаем, что Иисус Христос наш Спаситель? Здесь написано, что мы избраны при освящении от Духа. Дух Святой, который в нашем сердце возродил наше естество, наш разум, нашу душу, Он пробудил нас к тому, чтобы понимать, что Бог высоко, но Он пришел к нам через Господа нашего Иисуса Христа. И все наши несовершенства, все наши неспособности, все наши человеческие качества нехорошие, тогда, когда мы приходим к Господу и просим у Него прощения, когда исповедуемся пред Ним в своем несовершенстве, Дух Святой невидимым образом поворачивает наше сознание к Голгофе, туда, где Христос, на то место, где Христос взял наши немощи, наши грехи, наши преступления. И тогда, когда мы исповедуемся, апостол Иоанн говорит, если мы исповедуем грехи наши, то не мы праведные, то не мы можем прощать друг другу, а Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды. Это делает Дух Святой, чтобы показать нам, что во Христе Иисусе у нас есть сила для примирения с Богом. Наши грехи искуплены Иисусом Христом, поэтому здесь написано «при освящении от Духа». Если Дух человека не освящен Духом Святым,
Если дух человека не освящен Господом Иисусом Христом, человек не может понять, как это возможно, чтобы мои грехи, чтобы за меня кто-то пострадал. Я как-то приводил один пример, который был когда-то давным-давно. У нас когда-то в молодости, может быть, 25 мне лет было или сколько, не помню. Приходил один молодой человек по имени Славик. Он был связан с оккультным миром. И мы ему часто говорили, Славик, о Христе, о спасении, о жертве Христа. И я запомнил это его выражение. Говорит, я не понимаю, как это так, чтобы за меня кто-то мог умереть. Мы ему с одной, с другой стороны, с третьей стороны объясняли, что мы люди грешники, а вот Христос, который родился на этой земле, Он святой, и Он за тебя умер. Он говорит, я не понимаю этого. Тогда, когда Дух Святой не очистил, не освободил наше сознание от нашей греховности, когда нету поворота нашего или человеческого к Богу, ко Христу, тот, который взял на себя грехи, немощи, преступления наши, и дает нам способность освободиться от греха. Мы по своей природе не можем сами освободиться, хотя написано, очистите себя от всякой скверной плоти и духа. Но как? Без освящения Духа Святого мы этого делать не сможем. Поэтому Петр говорит о том, чтобы мы помнили все, и тогда верующие в рассеянии, что они избраны благодаря освящению Духа Святого, благодаря тому, что Дух Святой будет всегда поворачивать нас к Господу Богу, что через Иисуса Христа мы имеем возможность получить мир и, как написано, благодать и мир от Господа Иисуса Христа. Итак, братья и сестры, от начала и до конца всей христианской жизни Дух Святой производит освящение наше, производит в нас свои качества, плоды, которые, или плод, который написан в Галатам 5:22. И третье. Верующие должны помнить, что они избраны к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Все евреи помнили, что окропление кровью жертвенных животных производилось трижды. Тогда, когда следовало исцеление прокаженного, необходимо взять было крови от этого жертвенного животного, покропить жертвенник и покропить прокаженного для исцеления. Все евреи помнили, что для того, чтобы был избран Аарон и священники на служение Богу в храме и вне, должно было совершить заклание Агнца и этой кровью покропить жертвенник и покропить посвящаемого на служение. И третье, окропление было связано с тем, что весь народ израильский, которых избрал Бог, тогда, когда Бог заключал завет с ними, они должны были быть покроплены кровью жертвенного животного, как знак взаимоотношения, правильного или хорошего взаимоотношения между Богом и Израилем. И тогда Израиль должен был сказать, все, что сказал Господь, мы исполним. Конечно, мы читаем Священное Писание, видим, что не всегда израильский народ был верен своим обещаниям. Поэтому мы читаем, когда тот или иной царь или священники видели упадок народа израильского, когда они поклонялись идолам и так далее, отступили от Господа, обновление завета происходило окроплением народа и жертвенника. Итак, братья и сестры, жертвую анца или какого-нибудь жертвенного животного привлекались или налагались на людей обязанности, ответственность быть послушным
Богу всегда во всем. Что для нас сегодня важно на сегодняшний день? Мы прочитали, что вы избраны по предвению Бога Отца. Вы избраны при освящении от Духа. Вы избраны послушанию, окроплению кровью Иисуса Христа. Это значит, чтобы мы каждый день в своей жизни помнили, что наше предназначение, наше избрание видел Господь, но не без нашего участия. Что каждый день нашей жизни действие Святого Духа очень важно для нашего освящения и направления нашего к Богу. Чтобы каждый день нашей жизни мы очищались или окроплялись кровью Иисуса Христа. Чтобы мы помнили, что наши грехи Христос взял на Голгофе, потому что Иоанн говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И тогда, когда мы приходим в сознание своей вины, сознанием своей греховности, с исповеданием нашей вины пред Господом, Господь прощает и очищает, и делает нас святыми. И тогда невидимым образом происходит то, что здесь написано в конце. Благодать вам и мир да умножится. И как необходимо для верующего человека в каждое время, чтобы мы погружались в благодать Господа Иисуса Христа. А что это такое, мы с вами просмотрели. Чтобы мы помнили, что мы избраны Господом. Чтобы мы помнили о том, что нас освящает, нас очищает, нас приближает к Богу Дух Святой. Чтобы мы помнили, что через Господа Иисуса Христа, через Его пролитую кровь, мы имеем возможность вникать в Слово Божие, понимать Его и слушаться Его всегда и во всем. Благослови нас Господь, подчиняться Господу всегда. Аминь. Помолимся, кто желает. Аминь. Господь наш, мы стоим пред величием Твоим с благодарностью за то, что мы имеем Слово Твое. И в этом Слове так много написано, что в один раз нам все невозможно воспринять. Но благодарим Тебя за Слово Твое, которое каждый день Ты предлагаешь нам читать, вникать и жить этим Словом. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты избрал нас от вечности, что Ты видел каждого из нас от начала и до конца. И знаешь наше несовершенство, поэтому благодарим Тебя, что Ты сказал когда-то ученикам, «Я вас не оставлю и не покину». И это обетование, оно принадлежит и нам, и детям нашим, и всем дальним и ближним, кого не призовет Господь. Благодарим Тебя, что каждый раз Ты Духом Святым проникаешь в наше сердце, через Слово Твое Ты указываешь нам, как нам освобождаться от всех тех проблем, которые есть в нашей жизни. Благодарим Тебя за силу крови Твоей, которая достигает наших сердец тогда, когда мы виновны пред Тобою. И мы желаем, чтобы каждый день, каждый раз, когда мы находимся в Доме Твоем, когда мы читаем самостоятельно Слово Твое, чтобы Ты более и более вдохновлял нас тому, чтобы мы подчинялись Твоему Слову, чтобы мы слушали Твое Слово и исполняли его каждый день. Мы нуждаемся в Твоем освящении, очищении, мы нуждаемся в Твоем присутствии и водительстве, мы нуждаемся каждый день, чтобы Ты руководил нашей жизнью. Мы просим Тебя, благослови всех братьев и сестер, кто здесь, кто дома, кто в пути, кто в полете, кто в поездке. Благослови и сохрани каждого брата и сестру и наполни Твоей благодатью тех, кто сегодня страдает за имя Твое в мусульманских странах и многих странах, где преследуются за имя Твое. Благослови, чтобы они помнили, что Ты избрал их, и что они приняли Твое Слово.
Вдохнови и освяти их Духом Святым, окропи их кровью Твоею и благослови всех нас прославить Тебя сегодня и вовеки, Бога нашего Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Сейчас будет служение хора, после хора стихотворение сестра Света, а потом будет пение брат Андрей Мерза, затем азбука веры, и после этого будет сбор. Пожалуйста. Как часто страшную картину ты представляешь пред собой, что ты идешь и дуло в спину, и ты за Господа герой. Как часто Петр всплывает в мыслях, глаза Христа, крик петуха и слов лукавых дешевизна и послевкусие греха. Как часто мы, ища ответы
на важном интервью с собой не узнаем автопортреты и спорим со своей душой. Мы говорим себе: возможно, когда-нибудь наступит час, и приподнимется безбожье, и брата брат врагу предаст. И если вдруг меня повяжут, железом будут сжечь уста, и отрекаться мне прикажут от веры в Господа Христа, я и у смертного порога не испугаюсь, не сломлюсь. Стене поставят, но от Бога я ни за что не отрекусь. Я не предам, я не посмею, я выдержу, я все пройду, своей души не пожалею, но здесь давай на чистоту. Остановись, копни поглубже и максимально приглядись в мотивы, увлечения, нужды, чем ты наполнил эту жизнь. Зачем нам представлять, что будет? И как мы верностью блеснем, если сегодня нас так мутит, что мы зачеты не сдаем? Зачем нам ждать времен гонений? Скажи, зачем нам сжечь уста, если на них от осуждений и без железа чернота? В наш век другие инструменты и методы врага хитрее, и отречения моменты все незаметней для людей. Условия для нас попроще, и мы порой почти глухи, когда нам правду прямо в уши кричат до хрипа петухи. Зачем о будущем сегодня? Сегодня ты готов страдать? Когда открыта преисподня, чтоб даже избранных сломать? Проверь себя, не отречешься, когда наступит на мозоль? Спроси себя, над чем смеешься? Как реагируешь на боль? Быть может, время для молитвы ты разменял на суету и даже не заметил битвы за верность Господу Христу. Что нам за будущее браться? Может, давно мы отреклись? Когда предпочитаем сдаться, идя с грехом на компромисс? Когда не брезгуем соблазном, щепоткой лжи, блуда, суда, и в обольщении опасном кричим: «Я умер за Христа!» Но надо ли нас ставить в стенки? Ведь отречение внутри, его прозрачные оттенки найди в себе и рассмотри. Не надо ждать расплаты кровью, не жди и дула у виска. Ты лучше в интервью с собою сегодня не предай Христа. Приветствую вас, братья и сестры. Хочу сказать одну мысль, что я раб Господа Иисуса Христа, и для меня выше привилегий нет в жизни. Иисус Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Христос определенно знал и понимал, что у нас будут определенные переживания, проблемы, скорби. В других местах Писания Он говорит, что в мире вы будете иметь скорби, но вы мужаетесь, я победил мир. Я хотел бы сегодня с вами поделиться одной из своих авторских песен, которая называется «Я иду, пробираясь сквозь боль».
Я иду, пробираясь сквозь боль, и бывает на сердце рана, и уходит из жизни покой. Но я знаю, со мною ты рядом, и уходит из жизни покой. Но я знаю, со мною ты рядом. Знаю, падаю я на пути, и нелегкая бывает дорога. Но я выбрал путь и буду идти за тобою узкой тропою. Но я выбрал путь и буду идти за тобою узкой тропою. Одного не оставишь меня и наполнишь водою живою. Будет мне легче идти силою Духа Святого. Будет мне легче идти силою Духа Святого. Ждешь ты меня впереди, за бескрайней небесной страною, в царстве света и любви. Там я вечно буду с тобою, там я вечно буду с тобою, там я вечно буду с тобою. Слава Иисусу! Приветствую вас, дорогая церковь. У нас сегодня азбука веры. Мы рассмотрим одно слово, очень известное, довольно-таки простое. Я уверен, что это слово можно применить, не можно, а мы должны его применять каждый себе. Это слово на русском, оно звучит «ученик». Я думаю, что каждый из нас является учеником. Сегодня дети, студенты ходят в школы, они ученики там, но и мы уже взрослые тоже ученики, мы также ходим в школу Христа. На английском оно звучит disciple или pupil. Давайте посмотрим, что нам дает словарное определение этого слова. Ученик – это учащийся в школе, обычно это то, что в наше время. Мы знаем, что те, кто ходят в школу, в какие-то учебные заведения, они являются учениками. Или также лицо, которое пользуется уроками и наставлениями другого в какой-то либо области. Это может быть в музыкальной сфере, мы отвозим своих детей на уроки музыки для того, чтобы они получили. Это тоже ученики. Но в древности, очень интересно, что в древности, а в частности в библейские времена, ученики это были люди, которые следовали образу жизни и учению выбранного им учителя. То есть человек выбирал себе человека, и он за ним следовал везде. И он учился от него, он перенимал от него его привычки, все, что он мог только взять у него. И таким образом он получал образование. Если смотреть с этой стороны на это, то в этом значении слово «ученик» означает «последователь». Это тогда, когда я действительно иду за кем-то, и учусь от Него. Последователи Иисуса назывались тоже учениками. Мы знаем, что Иисус избрал 12 учеников и учил их о Царстве Небесном. И вначале первые христиане, они тоже назывались учениками.
Мы знаем, что книга «Деяний» нам говорит о том, что в Антиохии на ученики Иисуса Христа начали называться христианами. Давайте посмотрим на библейское значение этого слова. Писание говорит о том, что учение, оно высоко очень ценится. Как и в те времена, так же сегодня. Для того, чтобы получить хорошее образование, нужно заплатить большие деньги. И притчи 23 написаны такие слова. «Купи истину и не продавай мудрости, и учения, и разума». Если мы посмотрим, то мы увидим, что Христос призывал своих учеников. И в Луки 5:27 написано, «После этого Иисус вышел и увидел мытаря по имени Левий, сидящего у сбора пошлины, и говорит ему, следуй за мной». И мы знаем, что Иисус таким образом всех призывал. Он видел человека, он говорит, следуй за мной, оставь это, иди за мной и учись от меня. Написано, что Иисус избрал 12 из всех своих учеников. У Иисуса было больше учеников, не только 12, но мы знаем, что Он избрал 12 для того, чтобы они были постоянно с Ним. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами. Луки 6:13. Также Писание нам открывает о том, что у Христа было 70 других учеников. Луки 10:1. «После этого избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по двое пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». Но следование за Иисусом Христом, Иисус Христос хотел, чтобы Его следование за Ним было полное посвящение, друзья. И смотрите, что пишет евангелист Лука, это слова Иисуса Христа. Лука 14:26-27. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и саму жизнь свою, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Казалось бы, строгие слова, но через эти слова Иисус Христос хотел показать, что следование за Ним должно быть посвящение. Каждый из нас принял решение следовать за Иисусом Христом. И в нашем решении, друзья, должно быть посвящение, чтобы мы действительно остались Его верными учениками. И вот мы прослышали замечательный стих. Следование за Иисусом Христом есть цена, которую нужно платить. Нелегко следовать, но пусть Господь благословит нас и поможет нам остаться верными Его учениками и до того пришествия, когда Он придет за нами, за Церковью Своею. Аминь. Пусть Бог благословит нас. Пусть Бог поможет нам быть хорошими, верными учениками Иисуса Христа. У нас сейчас после молитвы будет сбор пожертвований на нужды церкви, на нужды служения. Я хотел бы сделать еще некоторые объявления в связи с этими, может быть, помолиться о некоторых нуждах. Мы говорили в среду о том, что отошла в вечность сестра Валентина Коваленко, и завтра в 11 часов дня будут похороны. После служения вы сможете взять дирекшены, там на столе отпечатаны дирекшены. Обратите внимание, один, на котором карта нарисована, он показывает, я так понимаю, что он показывает, как доехать с кладбища в буфет, где будет после служения всего, где будет угощение. А такой, который просто текст представляет, он показывает, как доехать в funeral home. Служение будет в 11 часов, funeral home. Funeral home находится в Coon Rapids. Если ехать отсюда от церкви, то вы можете выехать на 252-ю, затем на 610-ю, потом первый экзит сразу за мостом. Пересекаете мост через Миссисипи, и первый экзит – это East River Road. Там берете этот экзит, поворачиваете на экзите налево и едете по Coon Rapids Boulevard, доедете до
там почти что до Хенсенбулевар надо доехать, и там будет где-то недалеко в том районе должен быть funeral home. Там служение будет в 11 часов. Нам нужно начинать вовремя служение, в 11 часов, потому что у них всего лишь час дали им на служение, поэтому мы не сможем задержаться дольше. Поэтому, пожалуйста, давайте, кто планирует быть на похоронах, придите вовремя. Завтра обещают достаточно прохладное, холодное, скажем так, по холодную погоду, поэтому на кладбище тоже мы не сможем очень долго, поэтому родные просили, чтобы было короткое служение очень на кладбище. Там 5-10 минут мы помолимся, предадим тело земле и, наверное, все. Вот это такое служение относительно, такое объявление относительно похоронного служения, так что завтра это будет в 11 часов. Время Рождества приближается, уже скоро у нас начинается рождественская программа, со следующего служения вечернее служение уже начнется, рождественская программа у нас. Время рождественское – это также время, когда люди очень много покупают подарков. Это время, когда люди дарят подарки, да? И дети ждут этого времени, особенно дети ждут этого времени. Если вы помните, мы с вами говорили о том, и было такое предложение, чтобы, если у кого есть расположение, чтобы каждый из нас, помимо того, что мы жертвуем на служение в церковь, помимо десятин, помимо тех пожертвований, которые мы отдаем на служение в церковь, может быть, что-то от себя пожертвовали лишнее. У нас было несколько нужд. Мы говорили, в частности, о нужде семьи Селюковых, которым необходим транспорт. Если у вас будет такое расположение пожертвовать на это, то сегодня последний день именно на это, на участие в том, чтобы сделать что-то для помощи им в транспортном средстве. Ну а дальше, вот, в течение двух следующих недель, до 14 декабря, у нас есть тоже большая просьба от молдавского братства, помощь, мы говорили об этом тоже, они нуждаются в том, чтобы помочь погасить тот заем, который они имели на офисные расходы, поэтому тоже у вас есть возможность пожертвовать и для молдавского братства. После служения вы также сможете получить вот такие пригласительные, так как говорили раньше уже, пригласительные на благотворительный обед, который, я так понимаю, будет 20 декабря в Северной Церкви. И подойдите, можете получить, кого это интересует, вы сможете там пожертвовать для нас служение в Африке. Еще одна возможность. К нам обратились с нашего альянса. Есть вот, вы знаете, что будет в апреле месяце, будет молодежный конгресс. И вот к этому конгрессу готовятся специальные, ну, к конгрессу или, может быть, не обязательно к конгрессу, но готовятся такие календари. Календари на год, настенные календари, на которых есть биографии наших братьев. Наших братьев, руководителей. Это не нынешних, а прошлых, я так понимаю. Есть различные свидетельства о братьях, которые именно братьях-славянах, которые несли свет Евангелия в бывшем Советском Союзе. И если у вас есть желание приобрести такой календарь, цена его $1.25, немного, но вам нужно будет сказать об этом желании, сообщите или мне, или кому-то из служителей, сообщите, мы уже соберем, сколько есть желающих, вы можете себе такой календарь приобрести, вы можете кому-то подарить его. Поэтому, если у вас будет такое желание, то вы сообщите об этом, и мы уже сможем заказать нужное количество. И еще одно объявление, и после этого мы будем молиться. Если вы помните, какое-то время тому назад на вечернем служении у нас присутствовала одна сестра Виктория, и она говорила о тех изменениях в обществе нашем, о школах, о плачевной ситуации в школах, о тех законах, которые у нас планируется принимать скоро. Вот, и если вас интересует, или сегодня она будет после собрания, мы проведем встречу в хоровой комнате. Поэтому, пожалуйста, те, у кого есть дети, и те, у кого, может быть, дети выросли, но вас интересует ситуация на сегодняшний день, какие законы, что там планируется, и как мы можем поучаствовать, как мы можем
ну, сказать свое мнение, противоположное очень часто тем законам, что мы можем сделать. Вы можете остаться после служения. Мы просили, чтобы сестра подготовила более конкретные вещи, чтобы она не повторяла то, что она уже раньше говорила, но конкретно по существу сказала вот такие и такие проблемы, вот это и это можно будет сделать. Поэтому, пожалуйста, просим, останьтесь после служения в хоровой комнате для беседы на эту тему. Ну а сейчас мы будем молиться, а после молитвы споем общим пением «От греха я спасен, Божий мир водворен», Псалом 230. Давайте мы встанем, помолимся Господу, помолимся о благословении материального служения. Великий Бог наш, мы от всей души благодарим Тебя, что Ты наш Бог. Ты наш Отец, Ты наш Попечитель, Ты заботишься о нас чудным образом. Всякий раз, когда нам трудно, мы прибегаем к Тебе. Всякий раз, когда мы больно, мы ищем утешение у Тебя. Мы знаем и помним, Господи, что только в Тебе наша помощь, что только Ты заботишься и опекаешь нас. Все наши нужды Тебе известны. Ты даже сказал так, что даже волосы на голове нашей сочтены Тобою, что даже малая птица не падает без воли Твоей на землю. Господи, мы знаем, что мы ценны для Тебя. Мы знаем, что Ты заплатил за нас большую цену, и мы дороги для Тебя гораздо больше, чем птицы. Поэтому сегодня мы благодарим Тебя, что Ты заботишься о нас. Ты посылаешь нам здоровье, ты посылаешь нам возможность трудиться, Ты посылаешь нам все. Ты посылаешь нам хлеб, одежду, посылаешь нам милость Твою. Господи, благодарим Тебя за это. И из тех благословений, которые Ты нам даешь, Господи, помоги нам понимать, что все принадлежит Тебе, что мы сами принадлежим Тебе. Мы хотим поучаствовать в служении Тебе, поэтому открой наши сердца, помоги нам быть щедрыми для Тебя. Благослови нас в этом, Господи. Помоги нам любить Тебя, любить дело Твое, любить друг друга. Научи нас, как нам быть настоящими Твоими учениками, которые будут посвящены Тебе всегда во всем. Благослови Церковь нашу, те нужды, которые есть у нас, Ты знаешь, все эти финансовые вопросы, о которых мы говорили, Ты также благослови и устрой. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил также вот детей сестры Валентины. Она отошла к Тебе, мы благодарим Тебя, что Ты услышал молитву, и Ты отозвал ее к Себе. Мы просим Тебя, чтобы Ты утешил родных. Мы просим Тебя, чтобы Ты коснулся детей. Мы просим Тебя, чтобы те, кто, может быть, еще не в мире с Тобой, нашли мир, познакомились с Тобой лично. Услышь, Господи, молитвы эти. Благослови нас, и пусть имя Твое будет прославлено и возвеличено, имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте мы так стоя споем Псалом 230. «От греха я спасен, в Божий мир водворен, сердцем верую я Иисуса». От греха я спасен, Божий мир водворен, сердцем верую я в Иисуса. Он покой мне дает, снял с души всякий гнет. Сына Божия верую я, верю я, верю я, сердцем верую я в Иисуса, верю я, верю я, Сына Божия верую я, искупил Он меня. Верой принял то я, сердцем верую я в Иисуса. Неизменно любви Он хранитель души, Сына Божия верую я. Верю я, верю я, сердцем верую я в Иисуса. Верю я, верю я, Сына Божия верую я. О, как радостно мне, Он со мною везде, сердцем верую я в Иисуса. Жажду вечно хвалить, Иисусу служить, Сына Божия верую я, верю я,
Слава Богу, занимайте, пожалуйста, ваши места. Как хорошо, что Иисус Христос искупил нас, как хорошо, что мы поверили в Него и стали Его учениками. Я хотел бы сегодня предложить одну тему, которая в какой-то мере, может быть, говорит о моем рассуждении, о моих размышлениях, о некоторых последних событиях нашей жизни, некоторые, может быть, размышления даже и о последнем членском собрании, о некоторых вопросах, где, может быть, мы видим нашу разность. Я хотел бы поговорить не столько о том, какая у нас разность, но о том, какое у нас может быть единство. Я хочу поговорить или обратить внимание на одну группу людей, но для начала хочу сказать то, что Иисус в своем служении, Иисус, когда был на земле, Он привлекал к себе внимание. Очень часто люди обращали на Иисуса внимание. Как-то так вот было. Когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем повествование о жизни Иисуса Христа, мы видим, что Он был непростым человеком. Он был непростым раввином. Мы можем сказать, даже непростым проповедником или даже непростым пророком. Он привлекал на себя внимание. Люди часто удивлялись даже темам, которые Он предлагал для изучения. И не только темам, но даже тем, каким образом Он учил. Помните, о Нем говорили, что Он учил не так, как книжники и фарисеи, но Он учил, как власть имеющий. Я думаю, может быть, мы с вами это где-то не до конца видим. Я думаю, что не меньшее удивление вызывало и то, кого Он учил. Группа учеников, которая была с Иисусом, группа учеников, которая следовала за Ним, не менее удивительно, чем учение или метод учения Иисуса Христа. Иисус сильно отличался от других раввинов в этом отношении. Хотя бы тот факт, что Он сам призвал к себе учеников, многих учеников Он сам призвал следовать за Ним. Многим из них Он сказал: «Следуй за Мною». И как мы знаем, они оставили все, что имели. Кто-то оставил бизнес, кто-то оставил какую-то работу свою, кто-то оставил родных и пошли за Иисусом. И 3,5 года они находились с учителем. Интересно, если посмотреть, когда-то известно то, что, например, такой известный раввин, как Гамалиил, у которого когда-то учился Саав, позже апостол Павел, он сказал так, вот такая мысль у него записана, на страницах сегодня можно найти это, что Гамалиил когда-то сказал так: «Найди себе учителя и похорони свое невежество». То есть, как бы, он призывал к тому, чтобы люди могли, чтобы каждый человек мог найти себе учителя, чтобы каждый человек нашел себе определенного раввина, учителя, истолкователя закона Моисеева, для того, чтобы жить по этому закону, для того, чтобы действительно познавать волю Бога. Я хочу обратить внимание сегодня на 12 учеников Иисуса Христа, которых Иисус избрал из остальных. Давайте мы прочитаем текст, который сегодня вы уже видели на экране. Евангелие от Луки, 6 глава, 12 и 13 стихи. Евангелие от Луки, 6 глава, 12 и 13 стихи. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». И дальше идет перечисление всех этих апостолов поименно. Посмотрите, согласно этого текста, согласно того, что здесь написано, Иисус из всех учеников, смотрите, призвал учеников своих и избрал из них 12. Мне это говорит, что Он призвал, и вообще у Него было больше учеников. Больше, чем 12. Из всех учеников, которые пришли на то время, которых Он призвал, Он избрал из них 12. Этих Он назвал апостолами. Обратите внимание, что если мы посмотрим, например, на Евангелие от Луки, 10 глава, мы видим то, что там говорится, что у Иисуса было 70 других учеников. Если мы
дочитаем Евангелие до конца, и особенно если мы обратим внимание на Евангелие от Иоанна, мы читаем, например, об Иосифе Аримафейском, который назван тайным учеником. Так что вполне возможно, что было 12, кроме 12 было еще 70, кроме 70 были еще дополнительные ученики, потому что тайные ученики не входили в число 70, потому что в 10 главе, когда Иисус призывает этих 70 учеников, написано, что Он посылает их на служение, то есть они ни в коем мере, 70 не были тайными. Поэтому цифра у нас растет, тех, кто был учениками Иисуса. Многих из этих учеников Иисус призвал идти за Тобою. Другие, возможно, оставили все и пошли за Ним из-за того, что Он кого-то исцелил, возможно. А может быть, кто-то был привлечен Его характером. А кто-то, может быть, просто из-за удивления, вот знаете, из какого-то даже любопытства. Ну, необычный раввин, но очень интересный. А ну-ка посмотрю, что получится и что из этого будет, и буду следовать, и буду смотреть за ним. Есть разные люди, по-разному люди избирают свою судьбу. Но, смотря на 12, мы видим очень разную группу людей. И, может быть, в других условиях и в другое время эта группа никогда бы не протянула очень долго. Посмотрите. Иисус избирает 12 из учеников, называет их апостолами. Слово «апостолос» по-гречески означает просто «посланный», «посланник». Посланник с определенными полномочиями. Тот, кого кто-то, определенное лицо, посылает с определенной целью. Итак, Иисус называет их апостолами. Но я хочу сейчас обратить внимание на саму эту группу, на всех этих учеников, как бы постараться вот такой обзор сделать и посмотреть. Посмотрите, в наше время мы часто видим, что разные люди и разные интересы часто уводят людей в стороны. Люди, это, разность людей часто приводит к разделениям. Однако эта группа Иисуса, эти 12, они смогли продержаться. Они смогли сохранить вот какое-то единство. Давайте посмотрим, что же случилось и как это было. Я хочу вначале обратить внимание на разные вещи, которые были у них. Ну, во-первых, давайте обратим внимание на то, что, скорее всего, у них был разный возраст. Они не были одинаковыми по возрасту. Откуда я беру это? Вроде бы в Библии не написано, что они были все разного возраста. Я думаю, что некоторые из учеников Иисуса, из 12, были даже старше самого Иисуса. Вполне возможно, что Петр был старше него. Самому Иисусу было 30 лет, когда Он начал свое служение. Поэтому мы можем себе представить, что часть учеников была старше своего учителя, ну а несколько из них были моложе. Я думаю, опять же, нет у нас библейского обоснования на это, но есть историческое свидетельство о том, что Иоанн Зеведеев, любимый ученик Иисуса Христа, что он был самым молодым. Ну, историческое свидетельство говорит о том, что он умер примерно в 98 году. Он умер своей смертью. Единственный из всех учеников, который умер своей смертью. Всех других казнили, убили, они были замучены за свидетельство Иисуса. Если в 98 году он умер своей смертью, то он был, несмотря на то, что был в преклонном возрасте, вполне можно предположить, что когда он начинал следование за Иисусом, или когда он стал вот одним из апостолов, одним из 12, он был достаточно молод. В Писании есть намек о молодости Иоанна тогда, когда написано, что после воскресения, это в Евангелии от Иоанна написано, что после воскресения, когда ученики услышали весть о воскресении Иисуса Христа, то Петр, и написано, другой ученик, побежали. Так вот, это другой ученик, это евангелист Иоанн. Где-то 3 раза евангелист Иоанн пишет о другом ученике, называет его другой ученик, говоря о себе. Этот другой ученик прибежал первым, скорее всего, потому что был моложе. Сегодня очень многие люди делятся по возрастам. Посмотрите, в школе делят по возрастам. Почему? Так легче и так удобнее. Есть определенные фазы человеческого развития, есть определенные стадии человеческого развития.
И то, что человек учит в первом классе, в какой-то мере соответствует, может быть, возрасту, соответствует развитию, говоря в общем, может быть. Может быть, есть какие-то удивительные люди, которые там в 3 года могут читать, в 2 года могут читать, но это реже встречается. Но делят людей по возрастам очень часто в школах, например, даже у нас в воскресной школе тоже делят по возрастам. Почему? Потому что есть понимание такое, что разный возраст по-разному учится. И в этом, с одной стороны, вроде бы нет ничего плохого. Но иногда мы делимся по возрастам. Уже нас не заставляют, но мы делимся по возрастам. Мы хотим быть с теми, кто нашего возраста. Мы говорим о тех, кто моложе, может быть, 2 года. Да что с него возьмешь? Молодой. Пацан. Или тех, кто постарше. Но он не понимает, потому что он старше, он не знает, как это звучит или как это воспринимается, да? У учеников могли бы быть проблемы даже на основании того, что, скорее всего, они были разного возраста. Они не просто, посмотрите, они не просто приходили на уроки к Иисусу 5 раз в неделю на 3 часа. Они всегда были с Ним. Они видели Его в разных ситуациях. Может быть, в наше время, если бы мы вот так вот находились с Иисусом постоянно, или, ну, давайте скажем, с другим лидером, и были люди разного возраста, может быть, сегодня у нас были бы проблемы на почве разного возраста. Посмотрите, у них были в этой группе, есть люди, у которых были разные профессии, разные жизненные цели. Ну, по крайней мере, 4 человека, а может быть и 6. Но 4, за 4 мы точно знаем, может быть даже 6, были рыбаками. Они были рыбаками, их жизнь проходила на Галилейском море, их основной профессией было добывать рыбу. Профессия рыбака не вызывала особого восхищения у людей. Люди считали рыбаков простыми людьми, обыкновенная профессия. Ничего такого, как бы, суперсложного не представляла. И вот считалось даже так, ну, по крайней мере, если сравнить с книжником, у книжника в обществе было гораздо более высокое положение. Книжники были образованные люди. Это то, что сегодня лоеры, например. Естественно, по сравнению с рыбаками, была определенная разница. Итак, определенная часть учеников, рыбаки. В команде Иисуса был даже бывший мытарь. Обратите на это внимание. Обратите внимание на то, что он не просто пристал к ним, он не просто просил учителя взять его с собой. Сам Иисус увидел его и говорит: «Следуй за мной». И бывший мытарь стал учеником Иисуса. Когда читаешь свидетельства исторические о том, какое место занимали мытари в Иудее, сам по себе это очень удивительный факт, что Иисус согласился принять мытаря. Другие раввины говорили так, что если мытарь зашел к тебе в дом, то тебе надо вынести все свое имущество, тебе надо очистить твой дом, то есть вынести то, что, ну, знаете, недолговечное, сжечь его, уничтожить. А то, что на стенах, может быть, нужно соскрести стены, покрыть их, обмазать их по-новому, покрасить их звездкой по-новому. Это много работы. Если мытарь зашел к тебе в дом, то ты должен очистить твой дом. Почему? Потому что мытарь несет в себе нечистоту. Вот так учили раввины. Они говорили даже так, что если ты даешь мытарю, а хочешь не хочешь, надо было давать, платить мытарю, потому что они собирали налоги. И когда они собирали налоги, они многое себе прихватывали тоже. И поэтому их не любили. Но раввины тоже учили так, что если ты платишь налог, и мытарь дает тебе сдачу, не бери сдачу. Не прикасайся к ней, потому что эта сдача нечиста, она сделает тебя нечистым. Ты не сможешь прийти на поклонение в храм. Оставляй эту сдачу мытарю и даже не касайся. Представьте себе ситуацию. Матфей или Левий, как его еще другой евангелист называет, сидит у сбора пошлин.
Возле него стоит римский воин для охраны. Проходят разные люди. Платят подать. Кто больше, кто меньше. Кто-то с презрением, кто-то ни слова не говорит, кто-то цедит сквозь зубы какое-то ругательство или проклятие. Подошла группа людей, и среди них молодой раввин, который говорит ему. Без боли, без ненависти, а с любовью, следуй за мной. Он оставляет все и идет за Иисусом. Когда Матфей осознал, что Иисус позвал его, я думаю, что он был настолько ошарашен, что кто-то хочет с ним иметь общение, что он просто и покорно пошел за Иисусом. Итак, рыбаки, бывший мытарь. Посмотрите, есть еще один интересный человек. Его имя говорит об этом. Нам неизвестно до конца, но есть даже по имени, можно сказать что-то. Одного из учеников Иисуса звали Симон Зелот. Зелоты были определенной такой националистически настроенной партией, которые боролись за независимость от римлян. Периодически вспыхивали восстания, которые, как правило, именно зелоты подогревали. Через лет 15 после того, как Иисус вознесся, было восстание. Оно не было очень сильным, но оно было, это восстание. Римляне подавили его жестоко, как раз именно зелоты его организовали. Чуть позже, опять же, именно зелоты организовали целую войну против Рима, в которой, естественно, они проиграли. Так вот, Симон Зелот, скорее всего, он тоже принадлежал вот этой, может быть, партии, которая националистически была настроена против Рима, и все, что было связано с ним. Как вы думаете, они сильно любили мытари? Представьте себе, Матфей и Симон в одной компании сидят рядом. Иисус призвал и одного, и другого. У учеников было разное происхождение, я просто вкратце скажу, что большинство из них было из Галилеи. Только один из учеников был родом из Иудеи. Иуда Искариот был родом из городка, который назывался Кириот, недалеко от Иерихона. И Иерихон, и вот вся эта окрестность находились в Иудее. У них были разные характеры. Давайте даже вспомним то, что написано о учениках. Мы хорошо знаем, что у 12 были разные характеры. Ну, например, горячность и вспыльчивость Петра. Никто из учеников не сказал... Никто, кроме Петра, не сказал: «Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде». Никому и в голову это не пришло. Все как-то, ну, знаете, такие степенные люди, осторожные, может быть, ну как это по воде можно идти? Ну да, понятно, Иисус идет, Он сказал, что это Я, не бойтесь. А Петр говорит: «Если это Ты, помоги мне, или сделай так, чтобы я пошел по воде». Мы знаем другие какие-то ситуации, как Петр действовал. Вот такой вот он, немножко горячий, вот такой Петр. Мы читаем об осторожности Нафанаила, который, когда Филипп позвал его и говорит: «Мы нашли Мессию», Евангелие от Иоанна, 2 глава, он говорит: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Даже одним этим вопросом виден какой-то, знаете, вот определенный осторожный характер Нафанаила. Мы читаем также о пессимизме и скептицизме Фомы, который однажды сказал: «Пойдем и мы умрем вместе с Ним». А после воскрешения Иисуса отказывался верить в то, что Иисус действительно воскрес. Ну, такой вот он был, Фома. Мы также знаем о хитроватом и вороватом Иуде, который носил с собой ящик и, похоже, по свидетельству Евангелия, которое говорит, что был вором, кое-что прихватывал оттуда, из этой апостольской кассы. В конце концов, он предал Иисуса. Мы знаем также о горячем и о крутом нраве сыновей Зеведеевых, которые даже были названы сынами грома.
Может быть, это была кличка, может быть, это было одно прозвище определенное, Вуанергес, то есть сыны грома. Вы помните, как они однажды сказали, когда их не приняли в самарянском селении: Господи, они нас не приняли, сведем огонь с неба на них. Разные характеры. Представьте себе эту группу, которая представляет вот такое смешение характеров. Однако, друзья, я хочу сейчас обратить внимание на избрание Иисуса. Именно такую компанию избрал Иисус. Простые люди и очень разношерстные, разнохарактерные, самые разные. Именно их избрал Иисус и дал им название апостолов. Как я уже говорил, апостол — это его посланник, его представители, его доверенное лицо, можно так сказать. Он избрал 12, и обратите внимание, в этом есть определенное значение. Почему именно 12? Почему не 13? Почему не 15? Почему не 10? 10 было бы хорошо, удобно считать, да? Но 12, в этом есть особое значение. Точно так же, как родоначальники Израиля. 12 родоначальников Израиля. Они составили 12 колен, или из них произошло 12 колен Израиля. Точно так же 12 апостолов символизируют начало нового народа Божьего. Начало нового народа Божьего от Иисуса Христа. Иисус не просто призвал, Он не просто избрал эту группу людей и, можно сказать, весело с ними время проводил. Иисус учил их, Иисус служил, нес служение с ними вместе, и Он ожидал от них великого. Представьте себе, Он говорил этим простым людям о том, что Он хочет сделать через них и в них великие дела. Посмотрите, например, Матфея 19 глава, 28 стих. Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в паки бытии, то есть в будущем бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Я не знаю, услышали ли эти слова Матфей, бывший мытарь, услышал ли эти слова Петр, рыбак, услышал ли эти слова Фаддей, осознали ли они, что это значит, что они простые люди, с которых, может быть, первосвященники, книжники, фарисеи посмеивались и не считали их к чему-то пригодными вообще. Осознавали ли они, что они действительно родоначальники нового народа, и то, что Иисус сказал, будет время, когда вы будете судить 12 колен Израиля. Каким образом таким разным ученикам получилось не только находиться вместе в одной группе какое-то время, но и достичь того, чего от них хотел Иисус? Как получилось то, что они не разбежались по разным углам? Мне кажется, когда мы смотрим на учеников и видим то, что они такие разные, все-таки смогли стать основой или, может быть, костяком Церкви Иисуса Христа, нам интересно, как Иисусу удалось это сделать. Многим пасторам и, наверное, многим руководителям разных организаций хотелось бы знать секрет единства учеников. В чем секрет учеников? Думаю, что секрет очень прост. Они были с Иисусом. Они были с Иисусом. Они были вместе с Ним. У каждого из них было сильное стремление быть с Иисусом. Они забыли о своих предпочтениях, они забыли о своих амбициях, они делали то, что говорил Иисус, и в этом было их единство, в этом был их успех. Когда мы смотрим на учеников, мы видим, что в Писании иногда проскальзывают определенные моменты, которые говорят о том, что они немножко как бы уклонялись временами от того, что говорил Иисус. И тогда мы видим проблемы, тогда мы видим разделение, тогда мы видим проявление человеческих каких-то вещей. Посмотрите. Когда они уклонялись от Иисуса, они видели свою недостаточность и разделение. Яков и Иоанн однажды попросили сесть по правую и левую сторону от Иисуса в Царстве Небесном. Помните эту историю? Как отреагировали другие ученики? Вознегодовали. Другой евангелист пишет о том, что мама их подошла и попросила.
об этом. Как бы там ни было, но сам этот факт, когда кто-то из них проявлял какую-то вот человеческую такую вещь, единственное, нарушалось. Назревали какие-то конфликты, назревало неприятное состояние, возмущение других людей. А вспомните другой момент. Тогда, когда Христа арестовали, что случилось с дружной группой учеников? Все разбежались, все рассеялись. А вспомните еще один момент, может быть, он не связан конкретно с единством, но он показывает хорошо принцип, который я хочу, о котором хочу сказать. Когда Петр шел по воде и смотрел на Иисуса, все было нормально, но когда он обратил внимание на волны, написано, что начал смотреть на волны и ветер, который был, что? Начал тонуть. Когда Иуда начал думать о своей выгоде, это подвело его к страшной мысли о предательстве Иисуса Христа. Пока апостолы были не только с Иисусом рядом, но пока они в смирении принимали Его учение, пока они были послушны Ему, пока они ставили Его выше себя и своих интересов, им сопутствовал успех, они были едины. Ученики 21 века, мы с вами, Церковь Вифании, когда мы с Иисусом, когда мы принимаем Его Слово, когда мы ставим Его выше себя, когда мы растем в смирении, мы, разные и непохожие, можем жить вместе и дружно. Как только начинают проявляться какие-то личные предпочтения и принципы, мы теряем единство. Нам трудно. Нам трудно почему-то. Приведу один пример. Пример о других, не о нас. Так что можете быть спокойными, с других легче смеяться. Себя как-то труднее. Хотя здорово с самого себя смеяться. Есть в Иерусалиме одна очень известная церковь. Церковь гробницы. Давно она построена, это одна из самых старых церквей в Иерусалиме. Когда крестоносцы еще пришли в Иерусалим, они нашли одну гору, один холм, и подумали, что именно на том холме была Голгофа. Именно там, рядом с этим холмом, тоже они посчитали, что была гробница, в которой лежал Иисус Христос. Естественно, на каждом том месте была построена церковь, часовня. И вот есть вот эта церковь гробницы Иисуса. В этой церкви служение по очереди проводят, по крайней мере, 6 разных деноминаций. Православные, католики, армяне, других уже не помню. И вот они по очереди проводят служение. Когда мы были в Иерусалиме, мы как раз были, когда они, вот, менялось все. Вот идет своего рода как крестный ход, идет священник, и за ним несколько диаконов идут, и вот они несут свои какие-то, в каждой из этих перечисленных традиций есть свои какие-то регалии, свои знаки, свои, даже крест по-разному выглядит у православных и у католиков. И вот несут вот эти вещи, святыни свои несут, и меняется это все. Интересно, что ключ от церкви находится у соседа-мусульманина. Потому что христиане из разных традиций, исповедующие одного Христа, не смогли договориться о том, кто будет первым открывать. Не было доверия к тому, что, к примеру, армяне или православные раньше не откроют и больше служения проведут на один час, чем, например, католики. И вот они договорились, и уже издавна там живет семья, веками живет в этой семье такое, вот у мусульманской семьи служение для христиан. Ключ хранить и передавать от этой церкви ключ из поколения в поколение. Они открывают в определенное время, в 5 часов утра, по-моему, они открывают эту церковь.
Интересный пример, не правда ли? Как так может произойти? Как так может случиться, что люди, якобы устами своими исповедующие Иисуса Христа, имеют такое разное понимание, имеют такие разные, ну, я уже не говорю об обычаях, я говорю даже о месте поклонения, которое не могут поделить. С одной стороны, я понимаю, разная вера, разные богословские принципы, разные доктрины, я все это понимаю. Но казалось бы, если мы оставим их в сторонку и посмотрим на себя, посмотрим просто в зеркало. А действительно, когда нет Христа, когда мы даже в ревности делаем дело Божье, нам кажется, что мы все делаем для Иисуса Христа, и тем не менее это иногда приводит к разделению. Понятно, можно сказать, что грех приводит к разделению, греховное состояние иногда приводит к разделению, грехи людей, естественно, приводят к разделению. Но я сегодня хотел бы сказать, что, друзья мои, без Иисуса Христа эта группа людей долго бы не продержалась. Без постоянного присутствия с учениками эта группа бы не продержалась. Даже в освященном состоянии они бы долго не смогли удержаться, чтобы не напоминать Матфею, например, о том, какое у него было прошлое, и что он должен молчать и не выступать много, когда заходит речь о важных делах. А именно Матфей написал Евангелие от Матфея. Замечательное, прекрасное Евангелие. Если бы Иисус поступал так, как мы иногда поступаем, друзья, я не думаю, что было бы много единства в группе. Иисус учил их смирению, полному смирению, отдаче полной. Даже когда он требовал, что ученик должен от всего отречься для того, чтобы стать поистине учеником Иисуса, он делал это не для того, чтобы ему, Иисусу, это было выгодно. Ведь мы же знаем прекрасно, братья и сестры, что тогда, когда мы отрекаемся полностью от греха, в этом благо для нас, не правда ли? Что тогда, когда я умираю для греха полностью и становлюсь Христовым, Христос изменяет меня, преображает меня, моя жизнь меняется, и в этом великое благо для меня. Если бы мы когда-то сказали наркоману, ты умри на 50% для своего пристрастия, вы думаете, когда-то бы он освободился? Когда человек подвержен греху, когда человек связан грехом, он должен полностью, совершенно умереть для греха. Это трудно. Это непонятно. По-человечески это невозможно. Но Христос именно к этому нас призывает. Мы иногда спрашиваем, а как же моя свобода, как же моя индивидуальность? Психологи сегодняшнего времени говорят о важности самоутверждения и о том, что вот мы должны как-то вот утверждать свою личность, и каждый человек что-то значит, и что вот ты должен, ну, иметь какое-то свое мнение, и ты должен утвердить свое «я» и так далее, потому что в этом якобы здоровье для человека. А Христос говорил, ты должен потерять свое «я», ты должен распять свое «я» на кресте, взять крест мой и следовать за мной. Так говорил Христос. Потому что даже тогда, когда грешник самоутвержден и имеет хорошее мнение о себе, это не значит, что он стал спасен. Он грешник с хорошим мнением о себе. Он грешник, который идет в ад с хорошим мнением о себе, без мук совести. Я возвращаюсь к этой группе, и вы знаете, просто хотелось бы несколько слов сказать, я думал, может быть, как-то более подробно, но это займет достаточно много времени, просто несколько слов сказать, просто перечислить поимена этих апостолов, эту группу людей, учеников Иисуса Христа, апостолов его. Андрей,
один из первых его учеников. Его еще называют Андреем Первозванным. Он оставил Иоанна Крестителя для того, чтобы последовать и быть учеником Иисуса. Один из первых учеников Иисуса, брат Симона, проповедовал в Скифии, Малой Азии, Греции. И даже проповедовал на берегах Черного моря. Поэтому славяне считают его одним из проповедников, которые проповедовали в тех местах, где славяне позже жили. Он был распят в Греции на кресте. Когда его распинали, он сказал, что он недостоин умирать, так как умер Господь. Его распяли на необычном кресте, на кресте, который был сделан в форме буквы X. До сих пор, когда его изображают символ апостола Андрея, это вот такой щит, на котором вот такой знак. Симон Петр, брат Андрея, рыбак, один из самых активных учеников Иисуса Христа, стал одним из самых известных лидеров 12, был распят в Риме вниз головой, потому что то же самое сказал, что недостоин умирать, так как Господь его умер. И поэтому его распяли вниз головой. Очень часто символ Петра, как раз вот это перевернутый крест и два ключа. Потому что, когда Христос сказал, ты Симон, и на сём камне я построю церковь мою, врата ада не одолеют ее, и потом дальше сказал, и дам тебе ключи. Вот эти ключи изображаются на символе апостола Петра. Дальше Иаков, брат Иоанна, Иаков Зеведеев, рыбак, проповедовал в Иерусалиме и в Иудее, первым был обезглавлен. Мы читаем об этом еще в Деяниях апостолов, 12 глава, 1 и 2 стихи. Мы читаем в Деяниях апостолов, что Ирод обезглавил Иакова. Это был первый, кто за Христа из апостолов принял мученическую смерть. Его брат Иоанн, тоже сын Зеведея, брат Иакова, рыбак, любимый ученик Иисуса Христа, об этом можно прочитать Евангелие от Иоанна, 13 глава, 23 стих, проповедовал в Малой Азии, был сослан на остров Патмос. Умер своей смертью, единственный из учеников. А дальше Филипп, родом из Вифсаиды, скорее всего, тоже рыбак. Проповедовал в Африге, это часть современной Турции. Умер мученической смертью в Иераполисе. Дальше Нафанаил, или другое имя у него еще есть, Варфоломей, родом из Каны. Он сказал, помните, подлинно ли, о нем Иисус Христос сказал, подлинно это израильтянин, в котором нет лукавства. Он проповедовал в Армении и в Индии. И когда он был в Индии, то был заживо разрезан ножами в Индии. Матфей жил в Капернауме, был мытарем до встречи с Иисусом, написал Евангелие, проповедовал в Эфиопии и там был убит. Фома известен своим сомнением о воскресении Иисуса. Проповедовал в Парфии, Персии и в Индии. Умер мученической смертью в Индии возле города Мадрас. На сегодняшний день существует в Индии так называемая Сиро-Малабарская церковь, которая считает, что Фома именно был их основателем. Эта церковь, эта деноминация насчитывает 3,5 миллиона христиан. Иаков Алфеев, или как его иногда называют, Иаков Младший, один из малоизвестных учеников. Он проповедовал в Палестине и в Египте. Есть о нем в истории конфликтующая такая информация. Одни говорят, что он был распят, другие говорят о том, что он был распилен пилой на части. Симон Зелот, тоже немного известно о нем, жил в Галилее, возможно, принадлежал к зелотам, был распят на кресте. Фадей или Иуда, в другом еще месте он назван Иудой. Один из малоизвестных учеников жил в Галилее, вполне возможно, что тоже был рыбаком, проповедовал в Ассирии и в Персии, умер мучеником в Персии. Ну и последний, Иуда Искариот, родом из Иудеи, предал Иисуса, затем повесился. На место Иуды выбрали апостолы Матфея. Об этом можно прочитать в Деяниях апостолов в первой главе. Посмотрите, разные люди, разная судьба, разное служение, разная смерть. Но в то время, когда они были с Иисусом, и время сразу после того, как Иисус вознесся, они были вместе. Они отложили свои преимущества в сторону, они отложили свои предпочтения в сторону, они хотели быть с Иисусом.
Вопрос хочу задать. Твоя жизнь в церкви, говорит ли она о желании быть с Иисусом или о твоем желании, или о достижении каких-то собственных амбиций? Чего ты хочешь в церкви? Найти себя, показать себя, иметь пользу для себя. Обратили внимание, здесь все себя, себя, себя. Самая большая польза тебе и радость для Иисуса тогда, когда ты забываешь себя ради Иисуса. Твоя жизнь преображается тогда, когда ты настолько хочешь быть с Иисусом, что ты начинаешь копировать Его. Когда в тебе появляются черты Его характера, когда в тебе появляется Его прощение, Его радость, Его ценности. Знаете, после Вознесения Иисуса, даже уже после Пятидесятницы, когда апостолы совершили чудо именем Иисуса в храме, помните, они хромого исцелили, Петр и Иоанн, о них сказано, что их вызвали в Синедрион, и там после допроса старейшины удивлялись тому, что эти простые люди были смелы и решительны для Иисуса. Деяния апостолов, 4 глава, 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна, и заметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Узнают ли люди, что ты был с Иисусом? Узнают ли люди то, что ты есть с Иисусом? Они могут узнать это только из твоих действий, похожих на действия Иисуса. По примеру апостолов, по примеру 12. Давайте все свои разные качества, все свои предпочтения слагать перед Христом, получая взамен Его водительство, Его характер, Его поучение, Его жизнь. Аминь. Давайте мы сейчас помолимся. Я хотел бы, чтобы в молитве мы поблагодарили Господа за то, что когда-то Он не только совершил искупление всех людей, Он установил церковь свою, что в своем видении, в своем понимании Он избрал 12, и что через этих 12 Слово Божье в конечном итоге достигло нас. Давайте попросим Его, чтобы Он помог нам иметь больше смирения, стремление к единству, стремление к Нему. Потому что именно у Него мы можем учиться единству. Аминь. Пожалуйста, помолимся. Благословением друг для друга не оскорблять, а благословлять. Слава Тебя, что Ты топ, щед, учишь нас, и Ты все необходимо. Аллилуйя Тебя, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Аминь.
Мы славим Тебя, Господи, за Твою безмерную любовь к нам. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что когда-то Ты имел учеников, Ты избрал их, Ты призвал их к себе, чтобы они следовали за Тобой. Господи, благодарим Тебя, что Ты подходишь каждому из нас. Было время, когда Ты каждого из нас призвал, когда Ты дал возможность услышать о Тебе, услышать о вести Твоей. Потому что если бы не Твоя инициатива, если бы не было у нас возможности услышать, неизвестно, нашли бы мы Тебя или нет. Вряд ли бы сами по себе мы когда-то достигли бы Тебя. Но Ты проявил любовь, Ты проявил милость, Ты послал тех, которые смогли донести весть о спасении до каждого из нас. Господи, благодарим Тебя, что Ты когда-то избрал учеников и научил их единству. Несмотря на то, что в каждом из них проявлялся их человеческий характер, и временами, может быть, это все проявлялось, и, может быть, не было идеального ничего, Господи. Но в Тебе, с Тобой, они имели единство. Научи нас, каким образом мы можем расти в единстве, каким образом мы, церковь наша, может не отдаляться друг от друга, но приближаться друг к другу. Помоги нам, Господи, понимать, что только в Тебе, только с Тобой мы можем иметь единство. Что только до тех пор, пока мы осознаем, что мы ученики в постоянной нужде учебы, мы можем быть едины с Тобой. И тогда, когда мы перестаем осознавать себя учениками, когда мы считаем, что мы уже достигли и что мы уже стали учителями, мы теряем связь, мы перестаем нуждаться в Тебе. Помоги нам вечно нуждаться в Тебе. Помоги нам всегда приходить к Тебе за помощью, с благодарностью, за наставлением, за направлением. Помоги нам, Господи, всегда иметь Тебя перед собой. Благослови нас. Помоги и церковь нашу благослови. Помоги, чтобы мы могли иметь настоящее единство, смирение друг перед другом, любовь друг к другу, чтобы в этом Ты прославлялся. Тебя славим. Тебя благодарим за все, Бога нашего Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, служение хору. Спаситель наш мир придет, скоро ли он придет? Всем воздаяние принесет, скоро ли он придет? Славе Отца явится, светом земля наполнится, мир перед ним преклонится, скоро ли он придет? Скоро Господь Христос придет.
Еще раз приветствую, братья и сестры. У меня есть некоторые объявления. Пожалуйста, будьте внимательны, особенно родители, у которых есть дети. Вот уже на протяжении нескольких лет в нашей церкви в начале декабря мы делаем праздник для всех наших детей. Он называется «С днем рождения Иисус». В эту следующую субботу, 6 декабря, здесь в церкви будет вновь этот праздник. Пожалуйста, с 12 часов дня до 3 часов дня это будет происходить здесь. Большая просьба, чтобы вы привезли своих детей сюда. Все, что вам нужно делать, привезти детей. Можете оставить их здесь их на 3 часа. Их покормят здесь. Здесь будет для детей будет театральная постановка о Рождестве. Будут подделки. С подростками у нас будет отдельное общение. Поэтому большая просьба. 6 числа в 12 часов дня привозите детей сюда. Это будет суббота, следующая суббота. И еще одно объявление. Каждый ребенок должен будет сдать $5, принести с собой. Это для того, чтобы покрыть некоторые расходы. И еще, сегодня вечером в 7:20, после того, как заканчивается у нас воскресная школа, и подростки идут на хор, большая просьба, чтобы родители всех подростковых групп поднялись в классы их детей. Там будет родительское собрание, нам надо будет решить некоторые вопросы. Сегодня в 7:20. Спасибо. Братья и сестры, наше служение приходит к концу. Сегодня у нас немножко меньше людей, чем обычно, проходит молодежная конференция в Шакопи, и вот там тоже участвует и наш молодежный хор, и, может быть, кто-то тоже поехал из не только из молодежи, но и из молодежи постарше тоже поехали туда, возможно, но там вот заканчивается последний день конференции, последнее собрание, так что наш молодежный хор вместе с шакопийским молодежным хором, они в сводном хоре участвуют. Вот, ну, мы благодарим Бога, что Господь благословлял там ту конференцию и помогал в проведении этой конференции. Может быть, у нас есть гости, которые присутствуют здесь, и вы хотели бы передать привет. Пожалуйста, сейчас это можно сделать. С музыкальной конференции. Привет. Благодарим за привет с Израиля. Ну, да? Сакраменто. Хорошо. Благодарим за этот привет. Спасибо. Привет из Молдовы. Стало ешь. Еще? Ну вот, я думал, что нету гостей, но оказывается, есть все-таки гости, так что рады приветствовать вас. За передные приветы скажем сердечно, благодарим, ответные приветы передать просим. Братья и сестры, мы еще споем общим пением и в конце помолимся. Я хочу еще раз напомнить, что у нас сегодня после молитвы будет вот эта встреча, о которой мы говорили, очень важные некоторые законопроекты пытаются протолкнуть. И очень неприятные вещи творятся в нашем обществе. У нас вы, во-первых, должны знать, что происходит и что вы можете сделать. Поэтому для информации останьтесь, особенно те, у кого есть дети, особенно те, у кого еще будут дети. Останьтесь для того, чтобы мы могли поговорить и обсудить это. Мы начнем или соберемся в хоровой комнате. Если там будет слишком мало места, мы перейдем сюда. Просто собираемся в хоровой, чтобы можно было собраться сразу, без промедления. Вот, но мы будем еще молиться об этом. Сейчас давайте мы споем общим пением псалом 715. «Если в бурях жизни дух твой удручен». Если в бурях жизни дух твой удручен, то чами уныния путь твой обращен. Вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил. Милости Господни вспоминай, считай, все их до едино в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил
что совершил. Бремя ли заботы на тебе лежит, тяжкое ли горе душу тяготит, милости, как вспомнишь, вознесешь главу, спросишь все сомнения, воспоешь главу. Милости, Господь, вспоминай, считай, все это единое сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, Он совершил. Видишь ли, пока ты благами земли, вспомни, есть сокровище на небеси. Всякую нужду восполнит сам Господь. Золото дороже то, что Он дает. Милости Господни вспоминай, считай, всегда единое сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Духом на Христа взирай, силою Его все скорби побеждай. В памяти все милости Его храни, и найдешь отраду на земном пути. Милости Господни вспоминай, считай, все это едино в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Помолимся Господу. Мы славим Тебя, наш Господь, за все милости Твои. Мы преисполнены благодарности, и в эту неделю, в которую праздновался День Благодарности, мы хотим еще раз поблагодарить Тебя за множество милостей Твоих, за Твою заботу, за Твое попечение, за Твою помощь. Слава Тебе, Господи! Благодарим Тебя, что Ты чудным образом заботишься о нас. Благодарим Тебя, что позволил сегодня быть на этом месте, где Ты учил нас из Слова Твоего. Благодарим Тебя, что Ты посылаешь нам все, в чем мы нуждаемся. Просим Твоей благодати, просим Твоей милости и дальше. Господи, молим Тебя о всех больных, которые есть в нашей церкви, тех, кто есть среди нас сегодня, кто не мог быть сегодня по причине болезни. Мы молим Тебя, чтобы Ты облегчил физические боли и страдания. Мы молим Тебя о тех, кто проходит через определенные трудности душевные, Господи, кто болен душою. Мы просим Тебя, пошли Твое утешение, пошли Твое облегчение. Мы просим Тебя также и за тех, кто духовно болеет, у кого есть очень серьезные духовные переживания. Господи, просим Тебя о том, чтобы Ты поднял, чтобы Ты исцелил, чтобы Ты облегчил бремя греха, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Ты снял грехи, чтобы Ты облегчил эту тяжкую ношу, которую многие люди несут. Просим Тебя, Господи, благослови. Помоги нам искать лица Твоего по-настоящему, Господи. Пошли пробуждение в нашей церкви. Помоги, чтобы мы действительно полюбили Тебя больше себя, больше всего того, что окружает нас, больше суеты, больше всего остального. Молим Тебя, помоги нам любить Тебя и следовать Тебе во всем, всегда. Господи, просим Тебя о том, чтобы родственников и друзей, и сестры Валентины Ты утешил, послал милость Свою. Благослови завтрашнее похоронное служение. Благослови сегодняшнее вечернее служение. Господи, помоги нам прийти и поклониться Тебе. Ты достоин всей хвалы, Ты достоин всей чести. Мы рады тому, что у нас есть возможность поклоняться Тебе, поклоняться в свободе. Просим Тебя, помоги дорожить этим. Благослови нас, когда будем расходиться отсюда. Мы молим Тебя, чтобы Ты помог нам быть светом и примером в нашем обществе. Мы молим Тебя за наше общество, за эту страну, в которой мы живем, за начальствующих, за всех, кто принимает законы. Ты видишь в последнее время, сколько таких неприятных, развратных, нехороших законов было принято. Мы просим Тебя, Господи, поверни сердца людей, которые когда-то были христианами в этой стране, поверни их к себе, Господи, пошли пробуждение в этой стране.
Мы молим Тебя о Твоей милости, о Твоей благодати. Благослови нас, храни нас, и пусть благодать и милость Твоя всегда окружает нас, всегда сопутствует нам. Все это молим во имя Иисуса Христа и для Твоей славы, славы Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. С миром Господним, братья и сестры.